Областной центр готов к предстоящему отопительному сезону почти на 100%. Об успешной подготовке Иваново к холодам во вторник журналистам рассказал замглавы мэрии Алексей Мягков в ходе своего визита на Ивгортеплоэнерго. Предприятие обслуживает значительную часть территории города. Это и жилые дома, и социальные учреждения. В этом году подготовку к отоп-сезону предприятие завершило раньше намеченного срока. Капитальный ремонт тепловых сетей, планируемый на 2019 год, это порядка 5 километров сетей по каналу. Текущий ремонт тепловых камер был запланирован, выполнен в полном объеме. Это 69 тепловых камер полностью отремонтированы. По котельным выполнялся ремонт. Ремонт подготовлен на 70 котлов, 52 подогревателя, 42 бака различного назначения. Также для снижения потерь энергии на надземных теплотрассах в этом году выполнили капитальный ремонт тепловой изоляции. В целом город готов к отопительному сезону. Традиционно тепло сначала дадут в учреждениях социальной сферы. И здесь все индивидуально. Принимается решение управлением образования на основании температуры наружного воздуха, а также отзывов руководителей учреждений о внутренней температуре в данных учреждениях. И ресурсоснабжающие организации, и социальная сфера готовы принять тепло в любой момент. Ну, мы ориентируемся на 23 число. Ну, естественно, мы будем смотреть на ту информацию внутри конкретных учреждений. Тепло в домах ивановцев появится чуть позже, когда среднесуточная температура на улице в течение 5 дней подряд не будет подниматься выше +8 градусов. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.